Более 40 немецких банков заинтересовались возможностью хранения и работы с криптовалютами после вступления в силу нового закона в начале этого года, сообщает местное издание Handelsblatt. Власти Германии отреагировали на пятую директиву ЕС о противодействии отмыванию денег, разрешив регулируемым финансовым учреждениям работать криптовалютами, такими как биткоин и эфириум, наряду с акциями и облигациями. Согласно определению, к ним относится любое цифровое представление ценности, которое не выпускается и не гарантируется центральным банком или органами государственной власти, не обязательно является юридически признанной валютой, но принимается физическими или юридическими лицами как платежное средство, которое может передаваться, храниться или обмениваться в электронной форме. Высокий уровень спроса на криптокастодиальные лицензии, с одной стороны, демонстрирует, что компании все больше принимают технологию блокчейн, но также является результатом нового законодательства, заявил член Бундестага Фрэнк Шофлер. Согласно Handelsblatt, Федеральное управление финансового надзора Германии, BaFin, уже получило свыше 40 подтверждений интереса банков к ведению криптокастодиального бизнеса в будущем. В числе прочих к BaFin обратился Solaris Bank, немецкая финтех-компания с банковской лицензией, открывшая подразделение Solaris Digital. Полный текст читайте на сайте cryptofans.ru, ссылка на новость доступна в тексте под видео.